Привет всем, с вами Александр на канале Бодров Цветовод. Ну что, продолжаем смотреть медуницы и приглашаю вас присоединиться к просмотру второй части сортов медуниц. Медуница Дора Бильфельд. Розовато-сиреневые, наверное, цветы у них. Медуница Дора Бильфельд в середине июля выглядит так вот. Тоже большие листья. Тут этот ее мне поел. Медуница миссис Мун. У нее такие бледные пятнышки. Листочки, ну, такие не вытянутые. Расцветает розовыми, которые переходят в фиолетовый цвет. Медуница миссис Мун. Пришлось ее пересадить пару недель назад, поэтому она пока еще в таком не очень хорошем состоянии. А вот такие вот у нее листочки в конце июля. Вот ее характерный лист. Поэтому красоту покажет уже в следующем году. Медуница опал. Очень красивый, как раз очень, смотрите, пышному своему цветению с бледно-голубыми цветами. Медуница опал. В начале августа. Вот такой вот прикольный кустик. Очень яркая краска у него, темно-зеленые и такие серебристые пятна. Частично сливаются. Так вот. Медуница самурай. Листья практически становятся серебристыми. Цветки у нее от малинового до фиолетового. Кустик, я думаю, до 30 сантиметров в высоту. Медуница самурай. Тоже вообще по сути неделю назад только пересадил, делил. Вот такой вот у нее рисунок в августе. Медуница сильверадо. Удлиненные такие листочки. Такой рисунок.
И такие фиолетовые у нее цветы. Медуница сильверадо. В начале августа тоже листья такие серебристо салатовые с контуром. Медуница Silver Streamers в самом начале мая. Такая вот у нее пятнистость, темные листья, светлые пятнышки. Медуница Silver Streamers в середине августа. Полностью серебристая. Только тонкий контур у нее остается таким темно-зеленым. И цвет серебра такой сизоватый. Медуница Экскалибур. Такие вот розово-фиолетовые цветы. Интересный рисунок на листьях, такой штрихастый. Постепенно листья становятся серебристыми. Медуница Экскалибур. Пришлось ее пересаживать пару недель назад, поэтому пока еще она немного болеет. Но вот все равно в начале августа вот есть характерный рисунок. Такие размазанные, вот эта кисточкой размазанные краской пятна. Медуница Teams Silver. Цветки фиолетовые или пурпурно-фиолетовые. Листики усыпаны пятнышками. Сейчас у нас 19 апреля. Пока листики вот такие. Медуница Teams Silver. Начало августа. Вот такой вид имеет. Медуница Pierce Pure Pink. Очень быстро растет. Такие вот у нее в начале августа листья. Медуница, которую я получил под названием Blake's Silver. Ну, вот как-то она так выглядит. Но вот даже непонятно, какая она пока. А вроде бы есть вот такие листочки с такими пятнами. А есть вот такие. А, причем это отдельная деляночка. Может быть, это какой-то, опять же,
спорт. Медуница коралл. Такие вот розово-коралловые или коралло-розовые у меня цветки. Рисунок на бледно-зеленых листьях. Вот такой сейчас, 1 мая, вот так. Медуница коралл. В начале августа выглядит вот так. Медуница Кембридж Блю. Такие вот у нее пятнышки на листьях. Цветы, бутоны розовые, цветы фиолетовые. Сейчас у нас 9 мая. Вот так она выглядит. Медуница Кембридж Блю. Очень интересно у нее. В начале августа расцветка листьев. Прям какое-то такое размытие. То есть пятна. Вот. Пятна размыты. Какие-то частично слились. Очень яркая, неповторимая окраска у нее. А медуница Sissinghurst White. Вот такие вот у нее белые цветы. Листья зеленые со светлыми такими пятнами. Медуница Sissinghurst White в августе. Медуница Wuppertal очень контрастная, не сильно разрастается. Такие вот у нее хорошо очерчены пятнышки. Медуница White Wings в начале августа. А пятна слились очень сильно, но при этом еще и зеленый цвет остается. Цвет обычно зеленый. И вот такие вот интересные рисунки. Медуница зима. Цветки у нее очень быстро становятся фиолетовыми. Листики. Такая вот серебристость. Медуница зима. В июле месяце. Такой характерный рисунок. Серебристая пластинка и край листа. Такой крапинку. Медуница метелица. Яркие цветы, такие розовые, переходящие в фиолетовые. Интересная расцветка постепенно переходит вот такой вот цвет.
Медуница метелица. Лист почти полностью серебристый и какими-то мазками зеленые вкрапления. Медуница предзимье. В начале августа. Вот так она выглядит. Посажена была буквально 3 недели назад. Поэтому пока еще только приживается. Медуница айсберг. Это еще один российский сорт. В начале августа выглядит вот таким образом. Посадил тоже несколько недель назад, поэтому он еще пока в процессе приживания. Медуница золотое руно. Это российский сорт. И вот уже проявляется такая характерная желтизна. Посадила ее тоже пару недель назад. Она еще пока приживается. Поэтому пока просто ждем и наблюдаем. Медуница северное сияние. Недавно прошло, наверное, недели 3 с посадки, со времени посадки. Очень интересная медуница, у нее варигатные листья, такие неравномерно окрашенные, в отличие от Дэвида Уорда, и листья такие округлые. Это наш русский сорт медуницы. Вот так вот она выглядит. Хочу еще сказать, что наш рынок, в частности, рынок медуниц, очень хаотический. И зачастую те, кто эти медуницы реализуют, сами не понимают, какого сорта у них медуницы. То есть они продают под одним названием, а оказывается другое. И вот в этом сезоне я как раз в этом убедился, что как много пересорта по факту оказывается. Причем очень трудно даже найти не то что правильное описание, а фотографии. Потому что по описанию очень трудно представить медуницу. Вот, допустим, вот медуница, да, ну вот как вы опишете вот такую, где в нее есть и вот такие листики с пятнышками, с отдельными, и вот здесь, где вот листья практически сливаются, то есть серебристость практически сливается. Вот, поэтому следующая группа, я покажу еще медуницы, по сути, которые пришли под одним названием, но ему не соответствует, поэтому я сразу делаю приписку, что это пересорт. Возможно, когда-нибудь сорт я определю, но неизвестно. Медуница High Contrast. Темно-зеленые листья, такими серебристыми яркими пятнами. Скорее всего, цветы она уже не успеет выдать. 9 мая выглядит вот так. Медуница High Contrast. Приобретал ее у частного коллекционера. У нее под этим названием, хотя, судя по картинкам в интернете, медуница High Contrast должна быть другая. Но пока сорт определить, я не знаю, возможно ли, поэтому условно High Contrast, но какая-то другая медуница скрывается сейчас под этим названием.
Медуница Муншайн. Очень крупные у нее листья. Медуница сахарная. Сорт неизвестен. Вот так вот она в начале августа выглядит.